подъезжаем уже к новому интересному молу. Сарит называется, в таком интересном месте. Ну, просто пройти пешком, выйти не вариант. Опасненько. Все молы здесь находятся за заборами. Вы же помните, проверяют. Вот центр называется Сарит. Таксишечки подъезжаем. Ну, тут тоже много всего интересного. Может быть, посмотрим с вами. Пока не добрались до сафари, покажем вам новые центры. Вот, офигеть, сейчас я вас отвезу, чтобы вы не выходили. Ну, конечно, потому что, вот видите, тут, в принципе, белых нету. Ну, а в центре гулять нельзя, потому что, ну, что опасно, к сожалению, в Найроби опасно. Вот просто выйти погулять по центру, такое не предполагается. И вот въезд уже в сам мол, я так понимаю. Не, куда-то еще объезжаем. Куда-то еще мы с вами объезжаем. Вот такая чудесная зеленая страна. Наташа в очках, да? В новых, да? Классная. Да, хорошо. Что? Сейчас заедем в Сарит. Уже какие красивые, ты видишь? Ага. Обалдеть. Будем вам там показывать. Что-то пока вот такая объездочка. Не, ну как выйти пройти можно, конечно, как прогуляться, но не нужно. Центр Найроби, можно так сказать, с небольшими домами, хотя не небоскребы какие-то есть. Да, есть, есть. Вот зашли мы в мол, сзади там вот проверочка. Проверяют, естественно, на безопасность, рюкзаки, проходите через свечашку, как в аэропорту. Вот такой мол. Сейчас чуть ближе подойдем, тут начинаются банки, видимо, обменка валют. А, все уже интересное, наверное, вот сейчас и начнется. Сейчас просто... Ну, мне тоже так кажется, какой-то такой... Да. Потрепанный, не потрепанный. Так, здесь вот есть прямо... Тоже он таким кругом, я так понимаю, да? Есть что-то выше, что-то ниже. Прям олимпийские кольца висят. Да, 2 или 3 этажа. Уже украшение, елочка, все есть. Так, ну давайте что-то уже интересное увидим, уже включимся, да? А ну, Наташ, покажи макияж какой сегодня. Прям вообще синий-синий такой. А. Ну, посмотри, какой автобусик едет здесь. Класс, просто покататься вообще. Ну классно, детям такая развлекушка. Ага, ну вот тут как-то, по-моему, более понятно. Мы немножко в Village Market терялись. А, я так думаю, что здесь более понятно. Конечно, есть всякие вкусняшечки. О, кстати, от Синаши. О, биф самос. А нету самоса с крабом? 240, 200, ну где-то вот 220-300. Помните, мы самосу с крабом ели. Ну, можно будет, конечно, сесть перекусить. А, вот такие вот, конечно, 360 большие круассаны. И люблю еще очень с корицей роллы такие. Ну, нормальные такие цены вроде. Так, что еще? Так, сейчас вот прошли половиночку. Вот, ну, автобус, красота. Так, вот сюда вот можно идти, наверх можно идти. Оттуда мы пришли. Ну, идем вперед, смотрим, что есть. Надеюсь, много развлекушек. Посмотрим, что за мол такой с вами. Нашли такой развлекушек. Здесь есть вот шляпка, кстати, с ракушками, прикольная. Но нам, конечно, интересней подарили для сафари шляпы. А ну, ты прям сумочка, как вышла как раз на пляжик. И сколько такая красота стоит? Да, выяснить, что у нас по деньгам. 990 кинезийских шиллингов. Понятно, все озвучим. Смотрите, лампы красивые. Мне нравится, какой цвет яркий, вообще класс. Ага. Ой, лампы красивые. Ну, Вайкики есть. Отлично. Наташа свой купальник обнаружила, помните, она купила. Интересно. 990. Ну, два с чем-то. Тогда прям я не помню, сколько он стоил, размер. Но тоже ты его купила на этом, на распродаже. Распродаже, а тут прям последний остался. Ну, может, он где-то еще висит. Так, повесили, знаешь, чтобы, смотри, как красиво. Это прям намекает, что купальник красивый. Купи реально. Меня, купи мне. Полиэстер купи. Ну, что, прикольный такой, приятно. А ты сколько стоишь, приятно? Скидочка, о боже, 3590. 590, ну, ага, прилично. Это прилично, да? Наташа штанишки нашла какие-то.
Надо в мире. Что за штанишки такие? Мы всегда, как зайдем в Айкики, сразу что-то находим. Прикольное, кстати. Ну, это одинаковые. Ну, интересные такие. Ну, что по цене, покажи мне. 200 с чем-то. Это сколько? 200 с чем-то. Ну, немного, я не помню. Долларов 12, наверное. Ну, так примерно в скидку, а так, конечно, в комментах все озвучу. Ну, в Айкики вообще классный магазин. И в Турции он есть, и в Украине у нас. В Эмиратах есть. Какие никакой дорогой, реально. Где? В Эмиратах, да. Он самый классный пока в Турции был. Ну, и да. Вот в Кении мы купили в прошлый раз в Ривер-Молле, где мы купальник купили, что еще, по-моему? А, я себе еще эти, в детском отделе купила шорты. Да, и шорты в детском отделе купили. А так, ну, как нужно ходить на шопинг. Какая футболка, смотрите, кто любит это потрясное животное, Стич. Блин, стоит нормально, где-то около 9 долларов. Но размер элька везде. Ну, прикольная вообще футболочка. Вообще здесь такие яркие. Такие с Диснеем. Тоже в такую же цену. И Твитика. Твити Кьют. Классные футболки. Блин, ну большие. На меня это большие. Смотрите, какая прикольная раздевалка для детей. Это я понимаю. Класс. Уютненько. Ну, Наташа отказалась не мериться. Так что пошли мы искать взрослую. О, здесь так посолиднее раздевалка. Ну, тоже красивая такая, новенькая. Бывает и в Дубае такие раздевалки, что страшные, капец. Стульчик есть, крючки есть. Бывает же фигня. О, Наталенька там. Кстати, вот там в детской женщина мерила. Вторая женщина ее ждала. Даже с детского еще раз. Не знаю, там женщина. Ну, там зеркало маленькое. Ладно, у тебя стульчик есть? Конечно. А, есть. А. Сейчас будешь мерить. Ну, да, давай. А ну как? А ну вперед иди теперь. Ну вот такие брючки, но Наташе не нравятся. Такие. Просто знаешь, даже какой-то цвет такой черный. Черный нашу, плохо не плохо. Не, просто в камеру как бы плохо передает, нужно дать. А черный всегда плохо. Да, я обойду как-то. Так, может, получше. А ну, иди на меня такой модельной походкой. Теперь заходи и переодевайся. Давай, еще здесь пройдем. Что-то мы вам померили, поставьте лайки. И, ну, брать мы их не будем, да? Ой. Наташа уходит вдаль и ждет ваших лайков. Что ты не поняла? А, кстати, тут что тут? Вискоза, полиамид. Вискоза и полиамид какой-то. Район это, по-моему... 85% вискозы и 15% какого-то полиамид нейлона. Что-то вот что-то новенькое, вот. Да? Ну, что-то новенькое. Что-то по-кенийски. Камбоджа, наверное. Бангладеш я посмотрела. А? Мейнтен Бангладеш. Бангладеш. Все, выходим с Вайкики. На мой рост надо шить штаны, на мою фигуру великолепную. Да, надо шить. Ну или не в таких маленьких. Ну вот, мол, большой и интересный. Я пошла вот туда. Все, Наташа уже какую-то косметику пошла. В магазине все для волос. Наташа, ну да, косметика. Что-то кенийское, это я хотела что-то для объема. Она говорит, ну вот посмотрите, но это как бы для, чтобы оно не рисовое. Вот, рисовая вода. Да, да, тут алоэ, тут в ингредиентах, где это тут увидела? Ну, вода, алоэ, барбаденис экстракт, барбаденис, что-то знакомое тоже. Ну, это тоже натуральное. Ну, а потом глицерин, что-то там, не знаю. Рисовая вода, то есть практически... Уже перевели в Google, все очень удобно, делаешь фотку, переводишь. Так что, ну, много всего. Вот такие, кстати, в Эмиратах популярны. 5,7 долларов где-то вот так. Ну, вот для тонких волос такое не подходит. Вот эта канта для тонких волос нет. Это для жестких, для этих кучерявых шикарно. А вот мы уже в МАК зашли. Что тебе понравилось? Какой-то такой цвет такой вообще классный, да? Да, ну что-то размером. Этот цвет. МАК тут тоже большой, длинный, как и в Эмиратах. Ну, идет мне такой цвет? Сколько стоит? А я не знаю. Ну, цвет классный. Нет, ты знаешь, камера не передает. 25 дирхам в этих? 25 дирхам даже стоит. А вот вы, ну вот from, а я даже не знаю. Ну, 25 дирхам мы вам переведем. Ну, цвет вообще какой-то тусклый. А ну, отойди еще пару шагов. Пару шагов. Нет, тусклый, все еще тусклый. Ну, значит, камера не передает. А ты видишь его другим, да? Да, я вижу его светло-оливковым. Еще да, очень странно. Красивый цвет. Да. Камера его темнит сильно. Ну, типа как платье у девушки здесь. Значит, тоже темнит. А вот это такой вот... базовый цвет, да? Да, базовый. Интересный, хороший, кстати, такой.
знаешь, песочный. Вот такому на сафари ездит, спрятался, и все нормально. Ну да, конечно. И тебя не нашли. Для кого ж мне еще покупать, да? А ну, 1700 она стоит. 1700, да? Ну и 25 дирхам. То есть в дирхамах тоже можно, если что, платить, да? Я не знаю. Я почему не додумался сейчас. Ну вот распродажи есть, люди есть. А ну скажи, а вот такой цвет? Ну прикольно, сейчас посмотрю. Да, камера нормально передает. Лавандовый. Лавандовая футболочка. Да, у меня есть, я ее с собой взяла, ты ее захейтила. У тебя тусклее, мне так кажется, да? Да. Ну, мне так кажется. Ну, посмотрим. Ну, вот Мак здесь тоже есть, и тоже какие-то интересные штучки. А я еще вот хочу померить. Что ты хочешь? Пинжачок. А ну, давай. Можешь подержать, я никуда не хочу идти. Зачем? Страуса давай, подержу. Наташа померяет пинжачок. А, вот такого цвета, тоже оливкового. Ну, он тут один такой, по крайней мере. Я просто, ну, пока ну это видно, уже вывесили, как на распродажу. Ой, меня там завязали. Да, тебе связали пинжачок, но ты не сдаешься, молодец. Так, и что у нас здесь? Маловато, надо другой раз. Маловато, да? А тут маловато. Покажись, пожалуйста. Тут маловато, а тут... А тут тонковат. Ну, кстати, нормально смотрится. Вот камеру можешь посмотреть. Смотрится хорошо, кстати. А, это 38-й, слушай, давай померим. А сколько он стоит? А, да, хорошо стоит. Да, хорошо стоит. 4700 чем-то он стоит. Ну, 4700, сколько, ну, озвучь цену, а люди пусть сами в комментах напишут, стоит он этого или нет. А, 4200, да? 4200. Ну, смотри, 500 уже скинули. Нет, тогда он 9000 стоит. А ну, сейчас я 40-й еще померю. 40-й, кстати, есть. Так что, можно сказать, Наташа, повезло. В чем? В том, что она его померят просто, да? Или будешь брать? Совершенно верно. В том, что я потрачу свое время. Ну и что? А сколько он будет? Ну какой-то, ну куда это? Нет, тот лучше смотрелся. Вот что это такое? Нет, тот лучше смотрелся однозначно. Самурай на свободном выпасе. А ну Икея какое-то сделай в камеру. Или Асисяй. Ну, мол, такой простенький, поднялись по ступенькам с первого этажа. Есть экскаватор. Вот, кстати, виды Найроби в окно. Какие-то яркие магазинчики есть. Ну, вот первый этаж, мы оттуда пришли. А вот и второй, а вон и третий. Наташа потерялась в магазине с нитками. Ее страсть, что? А я сделала. Ну, это я для себя. Ты говоришь, там один моток стоит 29 баксов, да? Ну да, то не 5 скидок. А, ну да, не дешево. Вот Наташа говорит, что, мол, в 1984-м, да, или местность это. По крайней мере, начали. Но где-то, честно, он так примерно выглядит, как 80. Да, какие-то универсамы такие советские. Примерно как в 84-м он так и выглядит, в принципе. Ну, как-то так, мы все равно гуляем, смотрим магазинчики. Наташа. Наташа.